Ну да, в Египте американцы совершили очередной государственный переворот, все нормально. Наши соотечественники вообще ничего никогда не боятся. Они едут везде, где идут боевые действия. Едут туда, куда ехать нельзя. Ну, все бы это было ничего, если потом их в срочном порядке не вывозить оттуда самолетами, когда они все-таки передумают, то, в принципе, ну, едут и едут. Я считаю, что, ну, должен быть такой склад характера довольно авантюристический, чтобы ездить на такие вещи. Вот. Хотя все равно там, ну, в некоторых местах там власти обеспечивают какую-то стабильность для туристов, потому что это основной источник дохода Египта. Вот. Но не знаю, я бы предостерег все равно граждан просто так туда бесцельно ехать, а тем более с детьми там или со старыми родителями. Угу.